Несмотря на то, что разрешительные документы на строительство так называемого собачьего городка на территории мемориала 411-й батареи до сих пор не представлены, там продолжают вестись работы. Накануне активисты и неравнодушные одесситы вновь попытались снести строительный забор, установленный вокруг будущего доктауна. Утром документы, вечером забор. Или наоборот, но документы вперед. С таким лозунгом одесские активисты национального корпуса Одесса, а также обычные граждане, приступили к сносу пресловутого строительного забора на территории мемориала 411-й батареи. Как известно, несмотря на несогласие многих одесситов на то, чтобы здесь был построен собачий городок, доктаун, одесские городские власти продолжают здесь вести строительство. Вот как прокомментировал происходящий общественный активист Владислав Балинский, находившийся в тот момент на месте проведения акции. Когда город реализует попытки незаконной застройки, еще и с воровством общественного бюджета, с попыткой протягивания это через партию и учитывая свое влияние там через доверие делам и так далее, получается вот такая вот ситуация. Сейчас будут оттягивать силы милиции, полиции для защиты вот этих заборов никому не нужных, кучу тратить времени, силы, энергии. И в конечном итоге, вместо того, чтобы признать, что изначально этот проект не должен осуществляться на зеленой зоне, в мемориальном парке 411-й батареи. В любом случае, как считают активисты, налицо манипуляция общественным мнением и желанием одних увидеть площадку, на которой можно было бы выгуливать или дрессировать своего питомца, и других, тех, кто находится при власти, желающих построить здесь на парковой территории коммерческий объект, причем за деньги бюджета. Тем более, что, по мнению многих активистов, в условиях отсутствия вынесенных границ парка забор доктауна – это всего лишь ширма для захвата и застройки громадного участка парка.